Первое областное радио. История очень интересная, почему произошло это все в Кыштовке. Однажды к нам на тренировку в хоккей «Новосибирск» приехал глава Кыштовского сельсовета Николай Шипчин. Провел с нами тренировку. Очень активный, кстати, да? Да. Провел тренировочку с нами и после тренировки в приватной беседе имел неосторожность пригласить нас в Кыштовку поиграть в хоккей. Говорит, ребята, слабо, говорит, в Кыштовку к нам приехать поиграть. Мы как бы сказали, ну, почему бы нет? И на самом деле, скажем так, из такой шуточной фразы, ну, родился вот этот вот турнир. И мы приняли решение и поехали туда играть в хоккей. И собрали команду, приехали. Тогда в Кыштовке было две команды, там команда «Усманки», команда «Кыштовки» нас встретили. Мы поиграли, нас кыштовчане приняли очень хорошо и всем понравилось. Поэтому, ну, решили, скажем так, этот турнир проводить на постоянной основе именно вот 23 февраля как-то туда ездить. А кто выиграл-то в тот раз? Победила дружба? Победила дружба, да, как всегда. Поэтому на самом деле мы едем туда не за призами, а для того, чтобы... Яркий пример того, как важно вовремя и хорошо пошутить. Это правда, да. Кстати, Миша Дорошенко, естественно, тоже в студии «Радио 54». Как без него, Миша там будет и машет нам. Говорит, ребята, до Кыштовки на секундочку, 650 километров. Это важно понимать расстояние до победных эмоций. Кстати, там действительно будет жарко. У вас богатый план. Расскажите, что будет непосредственно на площадке этого события? Не только же хоккей. Ну, там же еще какой-то фан будет обязательно для зрителей. Можно будет развлечься. Просто хорошее настроение, которым поделиться можно будет с окружающими. Да, это целое событие для Кыштовки. Они усиленно готовятся, будет какой-то фестиваль какой-то еды, то есть полевая кухня. Да, то есть они готовятся, у них свои болельщики, фанаты тоже будут с флагами, так же, как мы, будут поддерживать свои команды. Поэтому, ну, это целое событие. Мы обычно, у нас там наряжаемся вот в хоккейную форму и по Кыштовке идем, там целая демонстрация, там со времен 1 мая такого не было. Да. Ну, то есть, ну, это там реально, это целое событие для этого населенного пункта. Это всем интересно и всем классно. Какие будут команды, еще раз расскажите, кто сразится, и, ну, все равно же какие-то призы там, да? Какая-то мотивация? Естественно, призов будет много, потому что у нас, ну, много партнеров, которые помогают нам организовать. Может быть, кому-то спасибо турнир за то, что протянули руку помощи, поддержали. Протянули руку помощи, да. Да, спасибо всем, кто к этому причастен. Да, спасибо всем, да, кто принял участие. Смотрите, будет команда из Усманки, будет команда из Кыштовки, будут две команды из хоккея Новосибирска и будет команда из соседней области, будет команда из Омска. Вот это да, ничего себе. В этом году мы как-то расширили границы, скажем так, местного турнира, да, чтобы это уже были команды из области. И это все в преддверии чемпионата мира по хоккею, который также будет задействован и Омской области, и Новосибирской. И поэтому мы вот решили пригласить соседнюю с нами область, тем более, что там... Недалеко, ну, недалеко. Им намного ближе, чем... Новосибирск. Да, им намного ближе, чем нам. И поэтому в этом году, ну, будет вообще там жаришка такая, что прям... Вот скажите, а по возрасту участники, это... Дети, это взрослые, это средний возраст, это как? По возрасту все, кто может стоять на коньках, но, естественно, дети совсем не участвуют, потому что взрослые дяденьки тоже катаются. Поэтому от 18 лет и все, пока ты способен в руках держать клюшку, пока она не выпадывает, ты можешь выйти на лед и сразиться. Вот слушают нас где-нибудь сейчас в Барабинске, я думаю, ну как так? Ну, Кыштовке так повезло. Где справедливость жизни? А мы бы, вот, например, тоже хотели. Если кто-то из точек Новосибирской области тоже хотел бы принять участие в этой истории, что нужно сделать? Вам напрямую позвонить, где-то написать, собрать сначала команду, сшить форму. Как это вообще выглядит, сам процесс принятия участия в такой замечательной спортивной истории? Ну, я думаю, что в любом случае это будет массово все выглядеть. Да, 100%, мы в этом уверены, конечно. Будут знать об этом в соцсетях, везде это будет по рекламе показываться, рассказываться. Радио 54 вас всегда поддержит. Мне кажется, люди должны посмотреть и принять решение. Мы готовы всех принять на любом турнире.
принципе, также договориться. Также и... приедете, да? Я подозреваю, что завтра с утра у вас будет целая очередь из глав администрации, желающих удачно пошутить. Отлично, отлично. Мы в этом уверены. Напомним, что Дима Казанцев, легендарный усатый в каске, с нами тоже сегодня на связи, в небольшой пробке. Да большой, чего что. Для нас это проблема. Дим, еще раз доброе утро. Доброе утро. Ты еще здесь, да? Уже приближаешься. Дим, расскажи от усатого в каске, возможно, какие-то сюрпризы, подарки. Да, это то есть я, ну, это должен привезти в Каштовку кубок усатого. И это сегодня, я его взял на самом деле с собой и хотел, ну, то есть продемонстрировать его впервые на вашем эфире. Мы вас в любом случае ждем. Постараюсь успеть. Я, ну, давлю на гашетку и мчусь к вам. Дим, ну а как ты сфотографироваться с усатым в каске? Получить твой автограф? Это все возможно будет реально к тебе подойти, прикоснуться к легенде, да? Ну как-то так. Да ладно вы. Да мы знаем, что Дима очень душевный парень, он вообще никому не откажет. Представляешь, кубок усатого в каске? Ничего себе! Вот оно будет вручаться, или просто покажешь и увезешь обратно? Да нет, это конечно, я это вручу, ну, это команде, это которая, ну, то есть, займет последнее место. А, вот как. Будет моральная поддержка. Утешительный приз. Очень в Димином стиле, абсолютно. Это, то есть, кубок, ну, это подарю, как, ну, то есть, моральную поддержку, ну, это команде, которая, ну, проиграет. Угу. Мы тоже поддержим на Радио 54, потом обязательно узнаем, кто проиграл. А что за история с ночной хоккейной лигой? Расскажите подробнее. Кто-то, может быть, о ней даже не слышал, что есть такая. Кто туда попадает? Да, мы слышали, что кто ходит в гости по утрам, поступает мудро. Да, а что в хоккей ночью играет? Ночная хоккейная. Ночная это называется, что просто играет не ночью, соответственно, а как бы есть время, которое задействовано на эти игры. Ну, по просьбам команд пытаемся сделать для них удобное время. Соответственно, у нас играют по ночной лиге, это уже 9-й сезон, то есть эта лига развитая уже, лига очень движется вперед, соответственно, у них, у этой лиги есть очень хорошее будущее. Те любители, которые хотят себя задействовать, попробовать, поиграть, как бы понять, могут они дальше играть, не могут, у них есть шансы, большие шансы в будущем проявить себя. Ну, мы знаем о том, кто не играет в хоккей, общеизвестный факт. А вот кто играет? Какие все-таки люди? Ну, помимо, понятно, спортивной подготовки. Возможно... Люди разные. Люди играют разные, задействованные. Люди, которые, может быть, раньше пытались играть, но у них не получилось, там, карьера как хоккеиста, там, высшего уровня. Они в любом случае не бросают это. Они дальше продолжают тренировочные процессы, игры. Соответственно, им это нравится в любом случае. У нас вот тоже хочу, может сказать, в преддверии чемпионата мира молодежного у нас грандиозное событие будет. Строительство Ледового дворца спорта. Да, это правда, да. И вот у нас появилась такая идея совместно ОТС, Министерство спорта, физкультуры и ночная лига. Мы также хотим на открытой площадке устроить матч. Здорово. Когда это будет? 29 февраля. Февраля. И где? А вот где это Горский, где строительство стадиона прямо рядом ведется. Можно увидеть, как это все происходит. Мы уже готовим площадку. Сейчас уже приступаем к заливке льда. Надеюсь, мы справимся. Каштовки, привет. Всех призвать еще успеть преодолеть это пространство в 650 километров вполне возможно. Каштовка, привет. Это завтра мы с вами наконец-то увидимся. Усатый в каске с нами. Это я очень наслышан, ну, про это мероприятие. Ну, завтра я впервые буду принимать там участие. Ну, и 22 числа увидимся и подарю кубок усатого. Радио 54. Первое областное радио.